Непогода. Мы сегодня одели самые теплые наши одежки. У меня такой самый-самый теплый халат. Мы сейчас кушаем, пьем чаек с Лилей. Лиля уже от нас убегает, уже будет бежать домой, на работу. Сегодня понедельник, день тяжелый. Мы с Яричком уже, наверное, сегодня начнем собирать сумку путешествия, да, что-то будем организовывать. Вообще-то мне нужно сходить в магазин и Ярику купить, что он будет кушать в дороге, как какие-то там мяско, может быть, что-то в баночках, я не знаю, честно. Вообще-то планировала сходить в магазин, но не знаю, на улице у нас целую ночь шел дождь, я просыпалась. Возле окна какие-то звуки, ветер. Да, ну короче, курьером все. Улица Городня. Я пью кофе, а Лиля делает заказ сейчас в магазине. Боже, никак не можем проснуться вообще. Ярик тоже такой шонный. У меня есть вот такой красивый чайничек, я его обожаю. Мне так нравится цвет, я очень его обожаю. Я сейчас как раз его мыла. Я разбила крышку, ну сверху накрывался чайничек, я разбила. Здесь я убираю все, у меня все разлетелось по комнате. Ярика посадила в столик. Сейчас буду все убирать, все пылесосить, потому что здесь везде осколки. Я очень расстроена, потому что у меня этот чайничек, у меня вообще набор на кухне, этот такой оливковый. Я вам говорила, что я в последнее время очень люблю оливковый цвет. У меня вот здесь баночки, кофе, сахар, чай. У меня еще есть емкость для молока. Ай, капец. Короче, чайник. Что теперь с этим чайником делать? Без крышки. Конечно, это на счастье. Я всегда себя этим утешаю, но в чем проблема? У меня на кухне возле мойки здесь плитка. Вот плитка, а здесь ламинат. И плохо то, что все у меня часто здесь возле мойки, если я что-то мою, где-то локтем, где-то рукой, у меня все падает и бьется. И оно обязательно разбивается, потому что здесь плитка сразу. Нету здесь никакого коврика, надо было бы, чтобы он был, потому что все, что падает у меня возле мойки, все бьется. Так что все, у меня нет чайничка, либо нужно придумать какую-то крышечку к чайничку. Печалька. Там в темноте пришел папа. Скажи всем привет, зайка. Всем привет. Чтобы тебя услышали. Сейчас приходи на кухню, да? Яричек, капризный мальчишка. Мама здесь ужин готовит, а Ярик... Привет. Я здесь ужин готовлю, омлет приготовила, и там есть салатик. Вот Сережка пришел с пакетом с магазина. Сейчас расскажет, что он купил. Ярику в дорогу купили всякие хипо. В дорогу купили Ярику еду, да, мы никогда не покупали. Телятина в нежных овощах. Телятина. В ресторане. Курица в овощном ассорти. Ага. Что там еще? Гречневая каша. Вау! Мы впервые покупаем Ярику еду, мы... Это чайный термос.
Чай в термос, мы на развес там чай покупаем, он очень невкусный. Да. Это что такое? Тоже детское печенье. А, это правильно, я тебе хотела сказать. Брокколи что... и рис с кроликом. Ой, это немного для... Ну, написано с 8 месяцев, но это надо будет за один день ему скормить. Нет, я имею в виду, вся эта еда на пару дней мы же едем только, это не очень много. Но в Ярика хороший аппетит, он все скушает, да, зайка? Да. Тёмочка, ты моя Тёмочка. Злюка, ты маленькая злюка. Нет, говори, я хороший мальчик. Мы Яричку дали попробовать печеньку, так что печенька у него здесь везде, ему очень вкусно, он уже молчит, наверное, минут 15. Мы здесь тоже кушаем, у нас вкусности. У него рис тоже с котлеткой, вкусно? Да, супер. Вкуснотень. И здесь у нас салат с редиской белой. Не, она вообще черная, редиска черная, да. И там у нас еще есть омлет. Приятного всем аппетита! Приятного! Представляете, я решила испечь шарлотку, уже замесила, там, заколотила тесто, и у меня оказалось, что нет муки. Да. Так что я остаюсь сама дома, убирать буду, а Ярик идет с папой в магазин. За мукой. Всё. За мукой, да. Вы быстренько-быстренько, да. Тогда. Побежали, одна нога тут, другая там. Я за вами буду скучать. Так, вы денежку взяли? Да. А ключи? Да. Ключи взяли. Где твоя шапка, Зай? Где-то. Где-то шапка. Вот здесь наша шапка. Ярик с Сережкой пошли в магазин, а я хочу сказать вам, что я сегодня так мало снимала, к сожалению, потому что у меня здесь такой дурдом. Мы завтра последний день перед отъездом в Германию. Я здесь начала уже собирать сумки, то там положила, то там положила, то нужно взять, то нужно взять. Везде что-то лежит, там стирку заправила, нужно то постирать, а то не забыть взять, а там списки составила, а там чтобы им кушать, а там аптечка, а там одежда, а там что нужно там, чтобы в машине возле меня было, там у Ярику что нужно. Думала, как развлекать Ярика, что взять. Я там месяц назад запрятала игрушки и, ну, так все думала, все как-то, что там еще. У меня сейчас там, я хочу испечь шарлотку, у нас к чаю ничего нет такого вкусного. Мы с Сережкой любим чай все время пить с какой-то вкусняшкой. Еще подумала, что там в дорогу нам приготовить, чтобы покушать, чтобы там не заезжать в какие-то кафешки, а быстренько что-то там перекусить, потому что время у нас очень ценно, мы каждый час нам, каждая минуточка нам важна, вот, и очень важно сейчас все не забыть, и я уверена, что мой завтрашний влог будет очень интересный для вас, потому что я буду все расскажу, что я беру, что очень важно, что, ну, надеюсь, что я все учту, что я ничего не забуду, а если уж забуду, то я обязательно об этом скажу в своих следующих влогах, в своем путешествии. Так что все очень волнительно, все так, я всегда так волнуюсь немножко перед отъездом, и плюс у меня Яричек уже такой пацан, такой мужик уже, в него то настроение есть, то у него настроения нет, то он хочет то, то он не хочет то. И вчера, кстати, первые проявления психов были, Яричек у меня вообще уже пацан, Так что все, у нас на часах уже 9:30, а у меня еще шарлотку я буду печь, у меня еще стирку нужно загрузить, Яричка покупать, ну еще много, я еще маникюр хотела сделать, у меня уже плохой, так что у меня сколько планов, еще сумку нужно сложить, ну уже, как это сказать, сегодня я так там, то у меня там, то у меня здесь. Так, ладно, все. Что-то я заговорилась. Я сейчас быстренько побежу мыть посуду и жду Сережку с мукой, делаю шарлотку, делаю маникюр, собираю сумку
И все, у меня очень сегодня такой очень продуктивный день.